пожарном шкафу одного из домов на проспекте Победы обнаружен расчлененный труп женщины. Тело пролежало в хозяйственной сумке около 4 дней. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, когда почувствовали сильный трупный запах. Сотрудники полиции установили, что убийство произошло в одной из квартир многоэтажки. Главный подозреваемый – мужчина, который арендовал квартиру на 10 этаже. По словам соседей, он всегда был в алкогольном или наркотическом опьянении. Буквально неделю назад, настолько он был пьяный, в 3 часа ночи нам ловился в дверь сюда. Но впечатления о нем самые такие не очень. Соседи слышали, что несколько дней назад в квартире проходила вечеринка. По предварительным данным, мужчина был сожителем убитой. Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивы и обстоятельства выясняются. Изъят нож, а также хозяйственная сумка и иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.